Сегодня струнный квартет активно репетирует перед циклом концертов. Уже 19 марта зрители ожидают первые из них. Струнный квартет по праву относится к элитным жанрам музыкального творчества. Три скрипки, виолончель и четыре лауреата всевозможных музыкальных премий исполнят для музыкальных ценителей произведения Баха, фон Вебера и Бетховена. Вы знаете, вот мы уже полтора года работаем довольно плотно, каждый месяц выносим на суд публики всегда разнообразные новые программы. Наверное, для сочинской публики это не так обычно. А 21 марта квартет имени Сергея Рахманинова открывает еще один цикл концертов. Зрители смогут послушать таинственную и причудливую музыку в программе под названием «Барочная классика». Музыканты исполнят произведения Баха, Вивальди, Генделя, Тельмана и Марчелло. Украсят вечер и вокальные сочинения в исполнении солистки сочинской филармонии Ольги Коржовой. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.